Дорогие зрители, добро пожаловать на наш канал. Чтобы не пропустить свежие новости шоу-бизнеса, обязательно подписывайтесь. На нашем канале каждый день публикуются актуальные новости из мира звезд и кино. Буквально 10 минут назад мы узнали, что в Петербурге на 82-м году скончался известный актер Николай Павлович Федорцов. Он окончил в ГИК в 1965 году, затем был распределен в штат киностудии «Ланфильм». Артист играл более чем в 120 фильмах. Зрителям он запомнился ролью Гастона в «Интервенции», Бабушкина в «Челюскинцах» и Бориса в «Опасных гастролях». Также Федорцов снимался в сериале «Улицы разбитых фонарей».